Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей и Клёс, вот так вот называть, короче, популярными, модными, короткими буквами, Клёс, Куплинов, Don't Move. Сегодня первый уровень, у нас сегодня 187 выпуск, это значит, что скоро уже 188 будет. Куплинов, Don't Move, а то сделал специально для Дмитрия Куплинова, так как он любит Don't Move. Это мой самый первый сделанный уровень, который, скорее всего, не работает, потому что сделан когда? В 2014 году, а в 2014 году уже Don't Move давно поменяли, сейчас, поэтому работать он не будет, он сейчас закончится. Но мы посмотрим, почему бы и нет. Почему бы и нет, вот и все, вот и не смотри-ка, работает пока, хорошо, окей. Вот и все, вот и все, вот и все. Ой, блядь, что я сделал сейчас? Я по старой традиции, когда еще не поменяли движок, нажал на Escape. Куда-то вышел нахуй с полноэкранного режима, ну да ладно. Special for КП от Гуси... Гусупи. Гусупи, окей. Гусупи. Я тут попробую-ка найти тут 160. Давай лучше мы найдем от этого Гусупи. Так, наверное, будет быстрее гораздо. Хорошо, автор name Гусупи. Вот и он. Ну хорошо, давай. 742 этих ни разу никто не играл. Ладненько, без проблем. Почему, собственно, и нет. Поехали на тебе. Попробуй пройти... Хорошо, поехали. Опа! На мин не страшные. Опа! Да нам похуй вообще. Что там было написано? Все? Окей. Почему так быстро? Почему бы и нет? А, The Chester. The Chester представляет нам уровень под названием Куплинов Крют. Куплинов Крют. Это как вино какое-то. Брют, только крют. А, хорошо. И это мой первый уровень. От Сьени его Дима. А, Куплинов... А тут Крут. Смотри-ка, ни хрена себе. Так, смерть убить Тиме, смерть победа, плюс два дитё. Нихуя себе. Это что, блядь, такое? Плюс два дитё. Сразу вот, раз, посмотрим, что такое плюс два дитё. Ага, хорошо, можем кидать. Что это было? Подожди, а он сейчас жив был, бля, он был жив. Хорошо, ладно, хорошо, на-ка, победа. Да без проблем, пожалуйста, без проблем. Вообще нет проблем никаких. Undead, когда у нас в прошлый раз был уровень, который, блядь, на этой неделе там или какой-то за месяц были сделаны, ты чувствуешь, как идут уровни вот прям с самого начала, и ни одной бомбежки нет, понимаешь? Рука болит. Ни одной бомбежки нет, короче говоря, представляешь? Никто не просит лайков, никто не просит, блядь, санить, там раздеться, хуеться. Вот, а здесь хорошо, все, понимаешь, хорошо. Undead 1990 гр. Гарпун Маднес, гарпуновское безумие, да? Сделан для Куплинова. Пс, my first. Первые уровни, понимаешь, это первый уже, блядь, весь выпуск, как у двух из первых уровней. Так, поехали на. Поехали на тебя, ты быстрее ездишь. Так... Ох ты ж, блядь, серьезно. Ага. Ага. Катырыл. А в смысле? Подожди-ка, давай-ка я сделаю change характер, и мы с тобой попробуем, может быть, тебя? Секрет там. Хорошо, без проблем. Опа, секрет. Опа. Ой-то, блядь-то, хорошо-то как было сейчас. Катырыл! Во, делов-то, ну. Катырыл же надо нажимать всегда. Опять нога отвалилась, сука. Опачки, спокойно. Красота какая, катырыл! Катырыл. Секретные гарпуны. Наслаждайся! Катырыл, окей. Так, спокойненько, сейчас тихо, аккуратненько, что происходит. И... Ну, конечно, тормози. Опа, ну-ка, старый, дай проеду. Ой, блядь, в бак, не надо, в бак, не надо, в бак. В бак, не надо, в бак меня, не надо, в бак меня, блядь, ну не надо, в бак. Там чей-то, что это? Там чей-то, что? Да вылези ты, ну. Отлично. Это похоже на какой-то, на начало какой-то музыки. Окей, поехали. Да ну, блядь, хорош. Давай, и раз, два. Да иди же, пассати же, ну давай же, ты повыше, ну. И, ёб твою, давай, давай. Да по смысле? Иди, твою мать, серьезно. И, хорошо, вот, вот оно. Рун, хорошо, бежи. Ну, давай залезем, потом. Ой. Ой, так в смысле бежи? Ну что за наебалово-то? Алло, бежи, бежи. Если б я не бежи, я бы... Ой, как хорошо, что я даже ноги не сломал. Если б я... Тихо. Ай, валяха. Не дай... Это в смысле? Дай, рано, я понял, надо... Опа, оп. О, хорошо. Спокойненько.
Тихо-тихо. Ах, вот ты опять, старый пес! Да нет! Проклятое место, проклятущее просто! Да не надо ты прыгать в канистру-то! Отлично, спокойно. Так, старый, ну не надо выставлять. Ну что ты мне эту горку-то в обратную сторону поставил? Спасибо. Дай я тебе твою... Дай проеду, сука. Да дай проеду, ска... Отлично! Так, тихо, рун. Не надо никаких рун, спокойно. Тормози. Ага. Опа, тормози. Хорошо. Опа, тормози! Отлично. Что? Внезапно. В чем разница? Отличненько. Чушь, как я тебе подыграл. Это можно совместить с той хуйней, когда он прыгал на ящиках и сделать музыку. Я тебе серьезно говорю. Вот это композитор, ты прям уже представил, как это охерительно звучит, это новый хит, и вообще все замечательно. А Mr. Run No Stop. Мистер Бегун Безостановочный, The Impossible КП. Окей, без проблем, Impossible. Но это ты, да? Где ты? Вот ты, это Impossible, это ты. Ну конечно, а кто еще Impossible-то? Воу! Не надо. Да я выиграл же, ну. Эй, гарпун, ну серьезно? В салюн не полетели, что ли? Гарпун! Давай, стреляй, собака, стреляй! Отлично, стреляй! Хорошо, нормально, ой-ой-ой-ой! Эй! I love you. Вот, блин, это было impossible. Я уже так тяжело. Я уже су. Су. Нет слова су, по-моему, там надо со. Су. Какое плохое слово. А impossible, ну ты понимаешь, да нельзя эти слова рядом употреблять, иначе будет подстава. Давай, невозможно или возможно. Почему бы и нет? Замечательно. Айрекс 2, окей, без проблем. А Куплино 1, окей, давай с тобой, почему бы и нет. А... Привет, привет. Опа, все хорошо. Все замечательно, спокойно. Ой, как все замечательно. Едем, красота. Ой, иди назад. Ну в смысле, что мне хлеб помешал? Иди ты, серьезно, хлеб. Ой, напрыгай тоже. Ой. Спокойно, нет, тихо. Нет! Тихо. Ай! Да я сегодня еще хрумерю, как красавчик. Куплинов плей. Вот так вот, понимаешь? 90, да, 99-99, impossible. For Куплинов плей. For Куплинов, subscribe. Да, окей, без проблем. Бил. Кто такой Бил? О, бляха. Так, я понял прикол, смотри. Ебать, смотри. Какой выпуск? 187 выпуск, я понял прикол. Гарпун, смотри-ка, светится зеленым, который вот рядом со мной. Он не стреляет, который светится красным, он предупреждает. Стрельну, сука. И стреляет, прикинь. Да, в натуре, ты посмотри. Хорош. Ты ж, бляха-муха. На-ка, бодни ее лбом. Ой, сука, ладно, хорошо. На-ка. Ай, сальтуху надо... Ай, сальтуху надо. Хорошую. Тихо. Он даже меня не убил, серьезно. Ну прыгай ты нормальную сальтуху, чтобы они все... Вот, красавчик. Нет! Блять, Ахуй. Я сейчас умру на том, который там висит. Я тебе, блять, буду... Я тебе серьезно говорю. Сейчас это все. Тихо. Спокойно. Нет! Ты понял, у него голова застревала на этом гарпуне, а он не срабатывал нихера, охереть. А Вованчик 13, ну давай, Вованчик 13. А, Куплинов Чипчилинка, ну да. Первый уровень, пройди или ти, Чипчилинка. Хорошо, прой, блядь, не прощел. Ой, да что в смысле? Уйди. Ну вот, правильно. Так, подожди-ка, чувачок, ты меня сейчас тут, это, мозг не еби. И, раз. Да хорош! Тихо. Вот, нормалек, вот так хорошо. Все. У кого-то отлетела нога, это не моя, их убить. Спокойно. Да в смысле? Тут какие-то мины слабенькие или что?
Они меня не убивают, нихуя. Есть мины, которые прям долбят пиздец намертво сразу. А эти мины вообще не долбят, прикинь. Опа, привет. Давно не виделись. Смотри-ка. Бух! Нет, по ходу дела у мин есть какая-то сила взрывания. Сила... Тихо! Не надо! Спокойно! Тормози и... Раз... Ты ж бляха! Это гениально! Тормози! Там стоп был написан, но нет, Куплинов! Что? Тихо! Нет! Ну зачем? Зачем? На самое начало отбросило, прикинь? Уйди. Да что ты будешь делать? Бум! Отлично. Бляха, тормозить надо. Надо было на пробел нажать. Чего я на пробел не нажал? Не надо мне стрелять. Вот, нормально. Тихо. Бум! Хорошо. Чего я не нажал на пробел? Объясни, пожалуйста. Можно было нажать на пробел и вообще просто... Не знать, каких проблем. Вот этот поворот. Тихо. Спокойно. Опять эти сраные телевизоры. Тормози, тихо. Все, стоп. Пробел надо нажимать. Пробел. Тормози. Пробел. Хорошо. Отойди. Тихо. Спокойно. Аккуратненько. Тихо. Блять, там камень где-то падает. На! Че так, сука, резко херачишь? Ты слышишь? Бум! Вот так-то. Так, подожди, нога отлетела. Это не по плану сейчас было. Это не по плану, взлетаем, тихо, не, ой, кривой мудак, спокойно, тормозим. Все, я понял, никаких стопов, не надо здесь стопов, здесь не надо, надо делать вот так. И раз, нет, куда, блядь, перелет? Бух, спокойно. Сука, весь сделал, все просто идеально. Идеально сделал я! Тихо, спокойно. А, назад. Так, не на... Вот, лишний груз, нахуй, спокойненько. Давай, и... Раз, тран тан 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 тан. Тихо, не стреляем, спокойно, тормозим, пробел, хорошо, сальтушечка, опа, ать ты, бляха, спокойно, нахуй, телевизор, не надо нам тут, спокойно, на свалку, эх, ты ж падла, надо столкнуть, давай, и раз, не-не-не-не-не, телевизор, давай, и раз, давай, их, ну ладно, хорошо, без проблем, окей, смотри, как делаем, и раз, вот так вот, хопа, да, давай, а там не даст этот мудак, сука. Этот мудак не даст мне, представляешь, который там стоит с мечом, он не даст проехать телевизором, чтобы они сломали эту хуйню. Такой тра-та-та-ра-та-та-та-ра-т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 а. Отлично, тормозик! Летел-то опять, ну! Последний раз, ладно. Бух, хорошо. Бляха, ну мудак такой, серьезно, у меня же слюни сегодня летят весь день. Спокойно. Отлично, хорошо, теле... Ой, смотри-ка! Телек-флип-челлендж, блядь, только что был. Телек-флип-челлендж. Новая херня. Телек-флип-челлендж. Вот только что образовалась. Скоро все будут кидать телевизоры друг на друга, чтобы они встали. А потом ломать их. Так, хорошо. Раз. Тихо. Отлично, все, тормози! Ага. Ага. Эй-та-ра-та. Отлично. Ой, сложно. Дим Куплинов, представляешь? Вот делаю сам себе уровни, почему бы и нет? Я серьезно и делаю себе уровни. Not easy, понял? Нелегко. Не очень легко, это уточнение, хорошо. А this level специально for Куплинов. Не очень легко, говорят, представляешь? Не очень легко проехать, собрать монетки и разбить стекло. Это совсем нелегко. Это далеко нелегко. Это легко, недалеко, совершенно не близко. Это очень где-то примерно как вообще. Ну нет, это ой, как сложно, бляха-муха. Это как так? Ой, подстава сейчас там, ты понял? Там опять эта херня круглая, огромная. Сука, так нельзя. Так нельзя. Я должен разгоняться, бить стекла, а там еще эта херня на меня. Нет, так нельзя, нельзя. Это не очень легко. Согласен полностью. Это не очень легко, спокойно. Ага. Ну, он, да, у него такая траектория огромная. И... Давай. На! Хорошо. Спокойно. Много не надо. Туда много ехать. Убери ты ж... Стрелы-то, ну! Так, пиздюк, отстань. Я сейчас выброшу, у тебя будет жить один. Спокойно. Видишь ты, какая падла не дает мне там проедывать. Спокойно, я говорю. Тихо. И... Буньк. И буньк. И... Буньк. Да ну это что-то, это как-то, знаешь...
Да, это не очень легко, конечно. Обычно такие стекла биться совершенно не должны. Хорошо. Хорошая... Что там было написано? Хорошая работа моя... Ой. Ну как так-то? Ну серьезно, взяли собачку и обозвали. Так нельзя! Макс! 6-5-2-0-4-1-0. Возможно, это телефон Макса, почему бы нет? Ето для Куплинова. Окей, давай, Арасаето. Привет, Куплинов, я знаю плохо английский. Ха-ху. Ха-ху-хтоби много книмал. Ха-ху-хтоби ты много книмал, я тебе делал один мау карту. Удахи. Пахиха. Пахиха. Спокойно. Ой, а ты кто? Ой, как так-то? Тихо. Отлично. Что происходит? Не надо, спокойно. Да убери это стекло. На, вот мячик тебе. Бух, пошел нахуй отсюда. А кто обыкновенный лифт? А кто? Угу. Ясно. Ой-ой-ой-ой, не надо так в меня, не надо. Так, топор. Акс флип челлендж, окей, без проблем. Сегодня одни флип челленджи. Флип челленджи и все новые. То акс, то хуякс, то туда, то сюда. Спокойно, раз, заедь, спасибо, хорошо, поехали. Там пам 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 пам. Да не надо сюда, отлично. Тихо, нет. Не надо. Не надо меня вон туда надо торопить. Хорошо. Спокойно! На пробел вовремя нажал, спокойно. И раз. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот это фартануло. Ромчик 161 Димка Тасши. Тасши. Окей, Ташу, здорово, привет. Кукусики, Димон, приготовься к уничтожению твоих не... Хер тебе, окей. Хорошо. К чему там приготовиться спокойно? А, нервов, хорошо, без проблем. Ой, спасибо, отлично. И таран-тан-таран-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Таран-тан-таран-тан-тан-тан. Таран-тан-таран-тан-тан. Таран-тан-таран-тан. А, сука, вот так-то! Нара-ни-на-на. Тара-и-да-да-ти-ти-тара. Тара-ти-тру-ту-та-ту-та-па-ту-ту-ту-ту. Знаешь, под такую веселую, забавную музыку гораздо проще проходится. Ту-ру-ту-ту-ти-ти-та-ти. Тем более нас приготовились с тобой с нервами расставаться, но мы с тобой просто... Тара-ти-ру-ту-ру-ту. Ти-ти-ти-ру-ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Ти-ти-ти в конце будет зест, но ты не сдавайся с первого раза. В конце будет зест. Окей, сейчас зест сдадим. Зест. Пробел. Спокойно. Пробел. Спокойно. Пробел, я говорю, спокойно. Еще пробел. Отлично. Замечательно. Пробел. Красота. Не надо. Так, тихо. Хорошо, естественно, хорошечно. Прям. Тихо. Пробел. Ну, не надо так. Не надо дерзить. Я знаю, что в конце будет подстава. Я, блядь, чую, я, блядь, знаю. Я, блядь, вот все это предугадаю. Спокойно. Это пробел. Отлично, почему бы и нет, пробел. Не надо, тихо. Два пути. Вниз, вперед. А, ой, блядь, ну поздно, я уже вниз поехал. Ай, блядь, я пой. Блядь! Вот если бы я в самом начале тут... Ай! Если бы я в самом начале тут не взорвался, то я бы дошел до конца, и все было нормально. Так, ну тут вроде ничего сложного-то не было. Спокойно, смотри. Здесь вот так вот мы делаем переворот. Отлично. Хорошо, минус пиздюк. Блях, вот здесь вот реально можно нервы потратить на этих стеклах. Они слишком долгие, блядь. Ва! Вот это реально может напрячь. Да у них не вставай так, ну серьезно. Вот, окей, спасибо. И, на-ка. Блин! Нарани. Ай, ты, сука, вот так-то. Давай. Тихо. Пробел, не забываем про пробел.
Не надо. Зачем стекло? И этих, сука. Разбей вот это, пожалуйста. Нахлам не нужно. На. Отлично. Так, а теперь берем разгоночку. Разгоночку. Отлично. И вперед. Тарантан-тара-т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 а
оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Потом вот так вот. И раз, тран, тан, тан, тан. Блять, да. Да ну как? Как я в прошлый раз его разбил? Как ты же разбил? И раз, тран, тан. В полете! В полете разбиваем! На-ка! Так, все, спокойно, здесь все хорошо. Не надо, вот вылов. Спасибо. Тарати-тари-тати. Ту-ру-ту-ту-ту-ту. Так, там в конце будет зест. Зест, сука, я вниз полетел и сломался, прикинь, просто на ровном месте. Ну как так-то? В конце будет зест. Но ты не сдавайся, окей. Зест, а что за зест? Блять, а мы до зеста даже не зашли, да? Не дошли, спокойно, пробел. Не кронотира. Отлично. Тормози, не надо так сильно. Отлично. Тормози, не разгоняйся. Блять. Давай поедем вперед. Раз, раз, раз. Отлично. У-у-у! Аккуратно, тихо. Блять, не проедет, да? Не проедет? Сука, не проедет, я тебе отвечаю. Проедет, блядь. Окей. Тихо. Тихо! Спокойно. В край экрана надо смотреть! Внимательно, просто очень и очень внимательно. Спокойно. Опа. Привет. Спокойно. Не надо! Красный, красный, красный полетят. Не надо. Назад. Это назад. Нам нужно назад. Ты понял, как мы с тобой выучили сегодня золотое правило? Видишь зеленый, все будет хорошо. Видишь красный, пиздасно. Спокойно. Ой, спокойно. На-ра-на-на-на. На-ра-на-на-на. Как же я хорошо медленно вперед смотрю, быстро все соображаю и вижу. Если бы этого не видели, нам пришлось проиграть. Спокойно. Тихо. Ну что такое? Отлично. Замечательно. Пока все замечательно. Идеально просто идет, я бы сказал. Идеально. Смотрим, смотрим, смотрим. Вместе со мной, спокойно! Это что, блядь, за дети кукурузы тут собрались? Если Тимми с тобой, Зен... Выкинь его. Окей. Okay. Если Тимми с тобой, выкинь его нахуй. Так, этот гарфон не рабочий. Он отключенный. Я вижу по этим лампочкам, блядь! Я по лампочкам научился определять гарпуны, не надо! Тихо! Нет, не надо! Вылазь! Блядь, собака, ты круглоколёсая! Ну в смысле? Ети твою, блядь, мать! Так! Ладно, хер с тобой, окей, без проблем, ничего сложного в этом уровне нет, ничего сложного нет, спокойно. Все, спокойно вниз, аккуратно. Нормально, тихо. Блях, опять эти стекла, сука, я забыл про них уже совсем. Они вылетели у меня с головы, у меня была голова забита другим, спокойно. Ну сейчас мы быстро с ними расправимся. На, сука. Разбей это говно. На, сука. На, сука. А, пиздюк. Ну давай только... Ай, как же ты сейчас не в тему здесь образовался. Да разбей стекло-то, бля, пиздюк! На-на-на! На! Хорошо толкнул, прям по-пацански, вот так вот! По-мужски засунул, спокойно! Нет, не убивай его! Разбейся, стекло, ну разбейся нахер, ну серьезно! Ха! Все, отлично, спрыгни его, убей! Хорошо, красиво, разбил! Тормози. Так, нам по-любому вниз потом нужно будет. Там главное не сломаться. А дальше надо было отпуститься, бляха, и залететь вниз без пилота. Наоборот. Одним пилотом нужно было вниз залетать. Ой, ладно, хорошо, поехали, тормози. Тень-тень-тень-тень, спокойненько. Отлично. Хорошо, вот это приземление идеальное просто было. Идеальное приземление, спокойно. Тихо. Опа. Да ну опа. Опа, я говорю. И опа. Опа. Оп-о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 п. Ничего же сложного вот нет, серьезно. Нужно было просто отпуститься и вперед велика залезть. Сука, он не залез вперед велика. Спокойно. На-на-ни-на-ни-на-на. А как там тогда сделать? Я сейчас пролетаю и проиграю там, и все, и беда.
Так, пиздюк, хорошо. И тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Гарпун не работает, это я знаю. А, бляха! Спокойно. Смотри-ка. Вот! Красава какая, смотри-ка! Ты серьезно, нет? Нет! Да он так тормозит, бляха! Ёпту, это надо было высоко прыгать туда, и без велика желательно. Ой, он не долезет оттуда. Не-не-не, его велосипед не пускает. Да ну в смысле? Бляха, ёбаный велик, а? Да! Всё-всё-всё-всё-всё-всё. Сейчас всё будет, сейчас всё будет, хорошо, смотри-ка. Нет, не тормози! Всё, я понял. Как пролететь это говнючее место, ну? Бляха, что-то не дает, что-то не пускает. Все отлично. Давай, вот так вот посидим, подождем, подумаем. Отпустись. Да убери свою коленку, ты ебаную отсюда, ну! Ты дурак, нет? Спасибо. О, почти пролетел. Ой, ну что это? Это как так пройти-то вообще? Ровненькой полоской летим. Блять. Ебаный велик, сука. Пидорский агрегат, уйди отсюда. Ну не дает мне проехать сюда. Там надо под бомбочку в конце, чтобы он ничего не зацепил, а потом пролетит. Это невозможно. Невозможно, когда тебе мешает велик. Да ну это все, это беда. Ему не хватает тяжести рук. Ему не хватает тяжести рук, чтобы спокойно пролететь сюда, и все. Я тебе серьезно говорю. Он почти, понимаешь, уже сраный сантиметр, миллиметр остается, и он все равно не пролетает. Еще. Молодец! Ладненько, окей, неплохое такое, знаешь, в конце вот это вот, и вот именно из-за пушек я это посмотрю, хорошо, из-за пушек мы с тобой дойдем, посмотрим, что нам делают пушки. Аккуратно, как это, что это за чудеса такие, почему ты не разбился? Мне кажется, это намек на то, что мы его сейчас пройдем. Окей. Здесь знаешь, что мешает? Да уйди, вот эти стекла ебаные мешают здесь, это раз. Потом, второй раз, знаешь, что мешает? Наверное, не нужно было выколупываться, просто дать ему самому проехать, и все было нормально, наверное, да? Вот там, где он должен был зацепиться колесом, а я должен был отпуститься от велика. Мне кажется, нужно было ничего не делать, он бы сам до тут доехал и спокойно встал туда, куда нужно. А я просто нажал Z, и все. Ну хорошо, давай попробуем. Блях, разгонись! Нет, нет! Ладненько. Вот смотри, ничего не делаю. Да, смотри, ничего не делаю, он сам едет. Отлично, хорошо. Возможно, там так херня сработает так же. Ну, бляха, ну надо посмотреть, куда пушки-то приведут. Уйди. Блять, вот это стекло, которое встает сраной горкой. Это самое отвратительное, что здесь случается с этим стеклом. Хер его разобьешь, еще, сука, 700 прыжков надо сделать. Уйди. Спокойненько. Отлично.
Ой, тормози. Да ну как? Тормози. Тормози, говорю. Ебать. Ай. Окей. Ну, практически. Практически быстро. Да не надо в меня совать это стекло. Ну, твою мать, все вылетит. А-а-а, подожди. А как я пиздюка-то высажу, если его высаживать можно только без кресла? Мне кресло-то надо помешает, там нет? Бляха, ну этот сраный велик серьезно испортил всю погоду мне, тормози. Окей. А тест, я так понимаю, это тест, когда нужно было выбрать направление, и мы выбрали правильное, правильное вниз. Хорошо. Допустим. Нормалек. Чуть капустой, блядь, не убило. Качан разбил, качан практически. Спокойненько. Так, пиздюк, как хотят освободиться? Тебя же надо на... как-то... на shift, по-моему. Сука, на какую кнопку тебя, пидор, отпускать-то надо было? На Ctrl, конечно же, на Ctrl! Это прям беда. На ровном месте, блядь, сломал ногу. Ты посмотри, а. Просто оторвал ее, тормози! Во! Почему сразу так не сделать было? Давай, убейся. Давай, давай, давай. Проткни себе голову, когда я доеду почти до конца. Давай, давай, проткни, проткни. Ты же сможешь, я же знаю. Нет, серьезно. Молодец. Я на тебя не рассчитывал, на твою помощь, если честно. Ну, ты взял и помог. Окей, хуй с тобой. Какой же длинный и отвратительный уровень. Просто прям беда. Он реально забирает нервы. Он их реально забирает. Вот я тебе 100% говорю, он их забирает. Забирает он их. Ведь ничего не предвещало, все было очень-очень хорошо, спокойно, тихо, мирно, аккуратно. Но нет, блядь. Отлично. О, чьи-то мозги. Ну окей. Или это не мозги, что это? А, это ляжка чья-то. А, это моя? Нет, не моя. Короче, чья-то ляха прилетела подбодрить меня, наверное, поддержать, помочь, подсказать, что как, что куда, зачем туда, зачем сюда, и все. Во. Сидушка отлетела как вовремя. Бляха, прикинь, можно было и не вкидывать, сама бы отлетела. Ну ладно, так, пиздюк. Допустим. Хорошо, смотри-ка. Бля! Жив? Раньше здесь был мат.